Пятый юбилейный фестиваль собрал в культурно-досуговом центре большое число поклонников народного творчества. Мероприятие стало настоящим праздником для тех, кто любит русскую песню и русский танец. Поздравить их пришла глава жаворонковского поселения Светлана Дэвис и сразу два депутата – Вячеслав Киреев и Владимир Винницкий. Моя задача вот как человека, она всегда была в том, чтобы поддерживать, и фонд так называется, поддерживать все виды социальных инициатив, те, которые дают возможность заниматься благотворительностью, те, которые развивают людей, те, которые занимаются творчеством, те, которые проводят конкурсы и развивают массовость этих направлений. Вячеслав Киреев, известный в районе меценат, передал художественному руководителю КДЦ «Молодежные» Любови Терещенко медаль фонда содействия за вклад в искусство. А председатель местного координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Надежда Дмитриева вручила артистам специальный кубок. Очень приятно видеть здесь не только среднего возраста поколения, но сюда приходят, я знаю, что семьями, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и внуки, все рядышком, целые семьи приходят и выражают свою, не знаю, доброту, красоту, любовь к родине, любовь к традиции, любовь к русскому народу. Русское народное творчество никого не может оставить равнодушным, особенно если в исполнителях совсем юные артисты. Председатель жюри фестиваля – настоящий мэтр, народный артист России Владимир Девятов. Есть такое понятие – генетическая память. И несмотря на то, что происходило, да и происходит в отношении национальной культуры, я имею в виду со стороны зарубежья нашего, таких «друзей» в кавычках, эта генетическая память все равно работает. И дети, которые сегодня выступают здесь, тому самый явный пример. В рамках фестиваля прошли творческие встречи, мастер-классы, гуляния, выставки и даже музыкальные посиделки с говорящим названием «Песенные традиции в русском застолье».